Серьезное ДТП произошло вчера вечером на трассе Кунгур-Соликамск, недалеко от поселка Николаев-Посад. Сначала водитель «Тойоты» допустил наезд на рабочего, который шел позади экскаватора с дорожным знаком в руках. После столкновения автомобиль японской марки врезался в ковш тихохода. Удар о 4-тонный экскаватор был такой силы, что водитель влетел в лобовое стекло. Причиной тому стал непристегнутый ремень и нарушение скоростного режима. На первый взгляд кажется, что дорога просто мокрая, но на самом деле очень скользко. Вот и водитель «Тойоты» не успел сманеврировать и допустил наезд на экскаватор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители иномарки и пешеход. Им назначено амбулаторное лечение. Пассажиру иномарки, женщине 83-го года рождения, оказана разовая медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все события происшествия. Госавтоинспекция города Березники обращается ко всем участникам дорожного движения, а также к работникам организации, производящих дорожные работы. Необходимо действовать так, чтобы не создавать опасности и не причинять вреда, быть особо бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения. За сутки произошло еще несколько ДТП, например, у троллейбусного депо. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть бдительными на дороге, ведь в крае наступили первые заморозки и гололед. Ксения Калугина, Степан Некрасов, Сергей Антонович, новости Верхнекамья.